Андрюша-то меня привез. Еще в один магазин. Говорит, еще один магазин. Кое-что так продаем. Он говорит, все подряд. И вот одно из них, это машина. Сколько была машина. Посмотрите, вы знаете, чья это машина? Это Дейл Эрнхард Джуниор. Вот я знаю, что многие из вас не знают, но это легендарный гонщик. Его легендарный отец погиб, к сожалению, в 2001 году на гонках. When he was dying, Dale Earnhardt. А, в 2002 году. Посмотрите, у Винни, let me see, у Винни футболка Dale Earnhardt, number 3. Это его отец. То есть вот он погиб на гонке, let me see. Номер 3. Винни, это для него вот самый, что ни на есть, любимый гонщик. А это сын его, Дейл Эрнхарн Джуниор. И вот они продают эту машину. И вот у Дейла Эрнхарна Джуниора номер 8. И вот они продают эту машину его. Ну, она уже бывшая, как говорится, уже старая. Но это очень ценится, потому что это легендарные гонщики. Легендарные. Let me see this. Let me see more. Open. Let me see. Вот, пожалуйста. Монте-Карло. Номер 8. Дейл Эрнхарт Джуниор. Кому, если интересно, вот, ну, как бы я показываю, потому что Винни мне это показывает, и я делюсь с вами. Ну, пойдемте посмотрим, что это за магазин, потому что он говорит, ну, они вот все подряд продают. Кстати, я тут заметила, стоит Феррари, так что можно и к Феррари подойти. А вон он, си Феррари, бэйби. Винни смеется. Там он какой-то тигр стоит. Боже, там ветер сейчас шумит, но я надеюсь, что более-менее нормально слышно. Ну, это, наверное, хозяин. Так, что мы увидим? Феррари. Стоит открытая бедняжка. Вот, пожалуйста. Можно подойти близко и посмотреть на машиненку. Винни, он идет. А? Винни говорит, это Pontiac, переделанный Феррари. Кит-кар. А, короче, продаются такие наборы. А why you say Pontiac? Короче, Pontiac делают вот всякие наборы, и это вот набор Ferrari, который они собрали. I see it's like too cheap. Okay. Ну ладно. Короче, вот могут люди в Америке купить набор машины, как конструктор Лего, и собрать, и на ней ездить. Вот это вот, пожалуйста, вам Феррари конструктор. Идем дальше. Идем дальше. Вот продается стул для лайфгарда. Если хотите, покупайте. Это те, кто смотрит на купающихся, когда они купаются в волнах. Так. Вот какой тигр. Baby, we need that tiger for our backyard. Oh, yeah. Я говорю, нам надо на backyard такого купить. Ну да. Дальше идем. Сколько он стоит, то даже непонятно. Тоже какая-то мебелюха. От маленьких велосипедов. Он мне говорит, такой огромный стол в магазин. I hope we're not gonna buy here nothing. Я говорю, я надеюсь, что мы здесь ничего не будем покупать. Видите, вот, пожалуйста, тут всякие вазы, голова. Он, look at that. Посмотрите, какая напольная ваза красивая, синяя. $150. Мы ничего себе попадаем сегодня на какие магазины. Да. That's very cool too, actually. Huh? That is very cool furniture too. Yeah, $75. Look at this. If I would see that, I would buy these bar stools for us. Look at the motorcycle. Мотоциклы. Видите, какие. О, oh, вау. Wow. Harley, man. How much? I got my price. Harley, man.
Тут все продают, по-моему, даже мотоциклы. Ничего себе. Look at this nice bar stools. Yeah, if I would see nice. Those, I would buy it for us. Those are nice. Yeah, what we have is crap. Yeah. Super small. Okay. Он какой стол? Стул, смотрите. О, $300 each. Они по $300. Нет. Тогда, that means we don't have crap. Look at that floor vase. Посмотрите, на поле на вас там стоит тоже. Симпатичная. Да, вот такие, видите, Харли Дэвидсоны. С маленькими симбами. Так, что здесь еще? Стол со стуликом, модерновый. Классная кровать, king size. Велосипеды. Вот велосипеды бы нам надо купить. $399, that's not cheap. О, oh, вау. Wow. 399 велосипед стоит. Yeah. $35 стул. Вот тоже стол со стул. Ага. Ничего себе у нас тут магазинчики оказались. Угу. Видите, здесь тоже столик большой, поменьше и совсем маленький. Ой-е. Видите, даже продаются стиралки. Продаются... Господи, а что у него, какая морда-то смешная у тигра, у льва. Плачет, что ли, он? Боже, прям как будто плачет. Что-то странное вообще. Вот, светильники. Очень много светильников одинаковых. Вот кабана. Кебана или как они. Тоже смотрите, какая интересная, да? Сколько стоит, непонятно. Но такая ничегошная. Ну, вообще, я вам хочу сказать. Вот сегодня я поняла, что можно не ходить по магазинам, по дорогим, и покупать дорогую мебель, как мы, дураки, напокупали... Вот эту вот мебель много очень истратили. Я не знаю, сколько мы в результате истратили. 1020, наверное, на мебель. Вот, вот этот вот весь кэш истратили, можно сказать. No, you don't like it? No, I don't like anything here. It's ugly and overpriced. Винни говорит, здесь намного хуже. It's worse than what before, right? Oh, hell yeah, this is cheap. Да, он говорит, говорит, слишком дорого и какие-то тут не очень хорошие. It's okay, let's see. Так, тоже кибана. Ну да, тот магазин был поинтересней. И не такие цены. И не такие цены дорогие были. А, курочка ряба. Курочка ряба. That's exactly the same what I see in another store. How much? Another one store was $600. This is $499. It was $900. Now it's $499. Посмотрите, абсолютно такой же, как я вам только что показывала в другом магазине. It's gory. Yeah. I would not like that in our house. Gory. Yeah. Вот тут столько диванов, много всяких диванов, диванов. Look at all these sofa beds. Yes. All sofa beds. Sofa Они все bed, раскладывающиеся sofa beds. Вот такой интересный, ну не то что интересный, странный какой-то магазин. Вон тут много всяких стульев. Да, Менюха меня сегодня возит. Ан стулья прям ведрами продают. Так. I know. Посмотрите, мебельный магазин. Да. Нет, тот магазин мне больше понравился, первый. Так. I know. I hope we're gonna have gonna find exit from here. Винни говорит, мы сейчас потеряемся. Я говорю, надеюсь, что мы найдем выход. It's like a warehouse. А, это и есть склад. Я говорю, похоже на склад. Он говорит, это и есть склад. Какие-то тут столики или лавочки, не знаю. Матрасы, матрасы, матрасы. Это значит плита.
I know, it's bench. Да, какой-то шум стоит. Что-то мы зашли куда-то вообще в дебри. Look pictures. Look at pictures. Yeah, they're not good. They're not good? Nah, she ugly. Let's see more. Come on. Okay. Little brand new TV. Brand new. This is it not a dent world? No? I don't know what the place is. I just apply it all the time. I got stuff. It's all brand new. Look at that glass. It's for. I think it's a wire house. I don't know how we get here. They probably know that we're here. Я говорю, может, мы зашли на склад, сюда, может, и нельзя заходить, а мы зашли и гуляем. А, посмотрите. Ой, Винни говорит, я сюда никогда не заходил, говорит, раньше. О, видите, что делается. Это стоит под лампы. It's probably not store, baby. It's probably wire house. Yeah, but it's just set up, everything marked the box. Oh my god, look. It's probably great. Only here. Наверное, только здесь люди могут ходить покупать. Ну, в общем, такие вот чудеса сегодня у нас. Да. Кто-то нас заметил. I'm looking for a hat. See, I got a warehouse, and I want to put between here the insulation, some platforms. Do you have anything like that? Хочу посмотреть, пока он там болтает с ней. Он какая маленькая фигурка. Сейчас покажу вам ближе. Половина человеческого лица, половина волка. Видите, такая. Ну да, вон покупатели тоже пришли. Значит, мы на правильном пути. Это уж я испугалась, думаю, может, мы ходим, а здесь нельзя и гулять. Вот тоже какое-то блюдо, $7. Ну, правда, деревянное. Вон картины абстрактные продаются, $30. Состоят из 3 частей. Вон $29 горшок. Лампы. А это что такое здесь? Это скворечник. Смотрите, какой скворечник сделан. Is it a bird house? Yeah, it's a bird thing. Yeah. Or butterfly. Или говорит для бабочек. Окей. Посмотрите здесь какие. Какие фигурки. Разные всякие, не знаю. О, какая лампа. Лампа произведения искусства. Что за лампа? Какой? Ну тут вот. Смотрите, какой. Абажур. Да. Ну, короче говоря, ничего такого интересного здесь уж, наверное, и нет. Тоже видите, какая. Это Италия. Так, так, так. Много очень картин на выбор разных, больших и маленьких, любых, любых, любых картин. Вон даже, видите, клетка для птицы продается. Интертеймент-центр такой с телевизором. Кресло за $99. Вообще, вот Винни сейчас не разговаривал, я слышала. Это очень много вещей из отелей.
отели, которые скидывают все и обновляются, они вот это все у них покупают за дешевку и продают. Короче, очень много всяких вещей, которые из hotels. Джар. Называется cookie jar. Видите, такой в виде домика. Cookie jar. То есть для печенюшек. Ну все, больше уже я не пойду, потому что я уже, получается, по второму разу иду. А, поэтому на выход. На выход. Винни все еще болтает с тетенькой. Вот, смотрите, какие часы. Разные всякие. И маленькие, и большие, и любые. Интересные такие часы. Что-то меня прям аж закашлялась я от всего тут увиденного. I always drive by here going to work. I always see such unusual stuff out front here. I said, gotta stop. Because my wife, she loves this stuff. Look at this. Yeah. For wine? So you're ready to go? Вот видите, для вина такие интересные. Okay, let's go. Thank you very much. Yeah, please stop again. Yep, I will. Thank you. Did you ask them about Ferrari car? Who made that? No. You wanna buy? No. Ferrari. Во, мы клюнули-то. Я особенно. Ferrari, говорю, Ferrari. Можно близко подойти. Ой, да. It's gonna start raining. Yeah. So let's go. Let's get to the shop. Дальше движемся. Вы посмотрите, какие кареты здесь продаются. Кареты, я не знаю, что это за кареты, но это, знаете, лошадь с лошадьми. Wagons называются они, что ли, я не знаю. Baby, what is that called? Wagons? Yeah, it's a wagon. Wagons, yeah. For horses. Боже. Ну все.